решил все посмотреть. Это его личное дело, он сказал. Просто не надо этот сейчас антиумный. Господи, если такое каждый день будет, это капец. Ты просто жалобы я буду писать. Вот устал я уже от. И радары надо. А сейчас эти. Ой, да. Добрый день. По какому поводу пожаловали? Что тебе надо? Что ты руку же? Все так стал пить. По кругу пустим сейчас его. Еще и лидер приехал. Да. Ага. Ну что? Это все, ГГ. Минус повышка. Минус мой ранг, а я бу раскатал. И минус собеседование.
Кенс, у тебя был когда-нибудь суд? Сейчас впервые. Ребята, если я на вызов в ЛС поехал, мне же ничего за это не будет, да? Будет. Нельзя туда. Если я сообщил. Если я сообщил, же можно, да? Ты один туда поехал? Нет, я с Серегой или этим каком. Или шептиком какого-то. Юрисдикцию нужно в департамент написать, типа, пересекаем башню, нарушаем юрисдикцию. Вы уже поехали? Да мы уже вернулись оттуда. Короче, я сейчас с Серегой не пойду, так как он не атаковал этого челика, который со звездами был. Кто пойдет патруль без него? Кто пойдет патруль? Бля, из этих патронов вся же такая шумиха. А, не от патронов шумиха, а от того, что конфликт с Такуми у меня был. А вот это то, что он Даню слил. Вот из-за этого это все пошло. И они теперь поняли, теперь то, что тебя сливают, был... да? Да, потому что я за Даню, конечно, все. Сколько она мне помогала, я ей жизнью обязан. Но это, смотри, они сливают сейчас лидера, так как ему сейчас, если меня снимут, впишут этот устник. Потом я этот фраб заливаю, вчерашний и сегодняшний, и все. И это просто, ну, типа, это нельзя так. Они просто сливают человека из-за того, что вот за той ситуации. Эта ситуация с патронами бы не вышла, если бы вот этой хрени не было. Именно здание с Макфлай. Не знаешь, когда у них лидер с ним уже стоит? Я не знаю, я просто сейчас, я жалобу не буду на следящего писать, я буду писать именно жалобу на это, на главного следящего, вообще на главного администратора.
Нормально он записывает. О, прям нормальный РП отыгрывал. А он причем в кордосах Brotherhood. Все, можно, я могу это просто кассить. Понимаю, кто там заходит в ухо.
Привет.
то патруль пойдет. А кто это сказал? Дима Гром. Гром сказал. Ты несись, блядь.